А пограничные с Польшей районы тонут в автомобильных очередях, которые выстроились с польской стороны. Как поясняют пограничники, причина в украинцах, которые ездят на нерастаможенных автомобилях и каждые 5 дней вынуждены пересекать границу. В Польше, к примеру, сейчас более 60 тысяч машин, совладельцами которых являются украинские граждане. Подтвердить, правда ли это? Да, они должны пересекать польскую границу раз в... Это правда, это самая важная причина. Это самая важная причина.